Курьезная авария прямо в центре Минска. Водитель внедорожника ночью вылетел на площадь Победы, снес мемориальный знак и врезался в дерево. Как позже стало известно, иномарку он взял на прокат и решил покатать девушку по ночному городу. Молодой человек был трезв, однако при общении с работниками ГАИ вел себя крайне агрессивно. Что стало причиной столь странного поведения, еще предстоит выяснить. По прибытию инспекторов на место происшествия водитель вел себя крайне агрессивно и якобы утверждал, что его подрезал белый автомобиль. Ну, предварительно ознакомившись с записями видеокамер, которые находятся на площади Победы, инспектора, к сожалению, не обнаружили никакого автомобиля, который помешал этому водителю, и вследствие чего он выехал за пределы проезжей части. Сейчас на площади Победы устраняют последствия ночного происшествия. Памятный знак городу-герою Киев реставрируют, а вот дереву, в которое врезался внедорожник, повезло меньше. Ель серьезно пострадала, и ее пришлось вырубить. Виновнику аварии, помимо приличного штрафа за порчу мемориала, грозит и лишение прав.